Заканчивается четвертый этап гонки «Авача» с финишем в Радыгино. Все каюры уже пересекли финишную черту, и такое впечатление, что на турнирный расклад этот этап никак не повлияет. Интересная штука. Здесь сейчас я увидел вещь, которая, я думаю, что запомнится многим. Как правило, на таких гонках каюра встречает, ну, представитель, естественно, судейской бригады, ветеринарный врач и обычный человеческий врач, который следит за здоровьем спортсменов. Но сегодня, здесь и сейчас, одному из тех людей, которые участвуют в гонке, будет оказана великая честь. Его выйдут встречать все. Этого человека зовут Валентина Новосельцева. Она на лыжах, на двух собаках преодолела 90 километров. Вы только себе представьте. Это, на мой взгляд, настоящий спортивный подвиг. И это, мне кажется, что главное событие четвертого этапа гонки «Авача». «Авача», «Берингия», мы идем вперед. Ура! Молодец! Ура! Все, финиш перешли! Мам, скажи, точно мы сюда пришли? Рыжий, ты не бойся ты! Ну, все? Жива? Снимаешь? Жива. Снимаю. Ой, иди. О, спасибо. Ну, героиня, 90-то верст, это вам не на упряжке кататься. Валентина Михайловна, одно предложение. Устала. Тяжело было. Очень хочется пить и кушать. Вот. Несколько предложений, но это основные тезисы моего состояния. А еще, Алексей, завтра поедем на горячие источники. Да, рыбовка. Все. Сколько раз собак подкармливали? Раза три или четыре, наверное. Это у меня гели на варенье сделанные гели. Космическое питание. Ага. Как собаки себя чувствуют, по вашим ощущениям? Они устали, конечно, очень сильно. Прямо чувствовалось. Если бы не зайцы по дороге, у них бы вообще не было мотивации идти дальше. Прям бегали? Да, они выбегали на свет фонаря. Причин говорит. Причин. Она пошла за едой, да. А может чуть-чуть посолить? Да надо было супчика, да? Не понимает. Дорогие друзья, мы привыкли к тому, что история, она где-то там далеко. Это хатика, это белка и стрелка. А вот это вот наши берингийские герои, Кельт и Шерри. Их можно видеть, даже погладить. Посмотрите, эти собаки вписали свои имена золотыми буквами в книгу рекордов Берингии. Они прошли 90 километров вдвоем вместе со своей хозяйкой Валентиной Новосельцевой на лыжах. Это настоящий спортивный подвиг.